Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Imilab W01. И сейчас я покажу вам, как настроить уведомления на данных часах, если вы подключены к iPhone. Итак, для этого мы открываем приложение GloryFit, далее выбираем устройство, и теперь мы проходим вниз. У нас здесь есть звонки, смс и еще. Звонки у нас включены сейчас, мы можем их отключить, если вы не хотите, чтобы поступал звонок на часы, можно просто это все дело отключить. Вот, можно включить, конечно же. Тут еще также заглушить вызов мы можем. Далее смс у нас то же самое можем сделать, поставить галочку, чтобы включить, или убрать галочку, чтобы отключить. И еще здесь у нас уже отдельные приложения, и мы можем здесь для отдельных приложений включить уведомления, например, мессенджер, инстаграм, что еще, WhatsApp, не знаю, чем еще люди пользуются. Ну, в общем, телеграм можно включить. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.